после снегопада, как производится уборка снега, мы видим с вами, что вся техника на дорогах. Читаю в соцсетях то, что до некоторых улиц еще не дошла снегоуборочная техника. Но сегодня в течение суток она обязательно дойдет. Работаем в две смены. И в дневную, и в ночную. Вышли где-то на режим. Порядка на эти выходные убираем до 700 кубов снега в день.